Dobrá, chlapi, jdeme na to. Konvoj tu bude každou chvíli. Ochránče 1, tady konvoj. Jsme na místě, čekáme na váš signál. Ochránce 1, konvoji, můžete vyrazit. Konvoj volá ochránce. Dorazili jsme ke křižovatce, čekáme na vaše pokyny, přepínám. Ochránce 1, konvoji, dejte se doleva, konec. Konvoj ochránci, dorazili jsme k druhé křižovatce, doleva nebo doprava, přepínám. Tady ochránce, vemte to doprava, konec. Konvoji, tady je táta medvěd. Sověti obsadili Larché. Doporučujeme vyhnout se této oblasti. Opakuji, vyhněte se Larché. Konec. Ochránce 1, konvoji, zastavte! Opakuji, zastavte! Ochránče 1, tady ostrá letiště. Konvoj dorazil a právě vykládá zboží. Dobrá práce. Nět! Это без образия! Американцы пришли и разместили свои бомбы, тогда как наши ленивые и бесполезные вояки сидели и смотрели. Три драгоценных вертолета потеряно! Майор Малевич, пошлите сообщение полковнику КГБ Валеницы. Полковник Мартынов должен быть арестован за предательство Советского Союза, за неадекватную оборону своих установок. Его следует судить, признать виновным и расстрелять. Без права обжаловать приговор. Есть, товарищ генерал. Могу я предложить, что его следует заменить полковником Еусевым? Еусев? Хм. Ну, почему бы и нет? Полковник Еусев – преданный офицер, понимающий опасности, грозящие матушке России, как извне, так и изнутри. Молодец, майор. Хорошая идея. Эх, и как только Россия может когда-нибудь стать опять великой, когда эти западные апологеты в Политбюро назначают таких простофиль, как Мартынов, командовать нашими войсками. Терпение, дорогой Алексей. Вспомни, о чем мы говорили. Вся Россия знает, что Кремль слабый. Как только народ осознает, что перевес сил в пользу НАТО, он испугается. Тогда все будут хотеть сильного вождя, который сможет вернуть нашей стране ее былое величие. И когда ваше унижение со стороны незначительных сил НАТО на этих островах завершится, Россия поймет, кто должен стать ее вождем. Ах, моя дорогая Ангелина, вместе с тобой я раскрашу все континенты кровью наших врагов.